Приветствую вас, дорогие друзья, на канале Михалыч Топи Геймс. Мы на аккаунте Пухалыч, и в сегодняшнем видео мы обязательно врываемся в лабораторию, которая уже успела не покорить и, наверное, надоесть всем и каждому. Но, тем не менее, ребят, не забывайте ставить лайки, писать комментарии и подписываться на канал. Это самое неимоверное, ребят, благодарность. В сегодняшнем видео, помимо того, что я буду искать вот такие вот ключ-карты А, которые я в прошлый раз вообще не фармил и сразу нажал, чтобы был хард режим. Потому что хард режим дает нам бонусов, и он дает нам возможность именно у Евы поднимать репутацию. Ну а сейчас мы без особых проблем выменяем 10 таких карточек. Я взял все, что нужно. Вы можете написать в комментариях, что вам самого ценного с обмена падало. Это тоже очень интересно. Ну и помимо этого, как минимум, хотел бы в сегодняшнем видео показать вам пробудителя. Пробудитель — особенно какое-то существо, которое реально здесь существует. Реально существует. Живет, поживает, добра наживает. Я так понимаю, что у меня сейчас еще и биореактор не заполнен. Если я не собрал здесь водоросль, ферму, ну, наверное, не собрал. Поэтому придется мне сегодня попотеть. Сейчас я заполню биореактор и покажу вам крутейшего, ну, я не знаю, монстра, моба, пробудителя, который постоянно воскрешает зомби, которые находятся вокруг него. Остается только положить наши водоросли. Да, после того, как собираешь себе лодку, без особых проблем можешь, конечно же, вот эти водоросли по КД фармить. Осталось не совсем чуть-чуть, то есть 7 всего лишь ключей, и мы уже завершаем. За башенками отправлюсь потом, смотрим крепкий иммунитет, невосприимчивым к болезням, и здоровье ниже 20 повышается на 15%. Ну, такое, а вот, например, крепкий иммунитет могу выбрать. Залетаем. Ну, я думаю, что вот 7 карточек этих мы найдем обязательно. Надеюсь, сейчас у нас это все появится, событие. Если же нет, у меня есть точно такой кадр, который уже нам показывает все это. И мы можем пробудителя с вами наблюдать, потому что мы его встретили во время стрима. Причем не сразу, а когда уже проходили второй раз, нам не хватало. То есть я прошел полностью весь сектор, и мне не хватило совсем чуть-чуть, чтобы открыть ящики. Я решил пройтись, потому что у меня был уже пропуск, и в принципе с пропуском довольно-таки неплохо это все проходилось. Ну а пока, Крикун, настало твое время, держите, товарищ Крикун, разрываем Крикуна. И вы видите, что прям один за одним пролетают нам бонусные пропуски. А1. Ну, есть ашеньки плюс. Эти, конечно, намного-намного сложнее выбиваются. С ВС с винторезом тоже, я вам скажу, что очень неплохо все выбивается. Шаркун. Шаркун. Когда-то нам рисовали этого шаркуна. Я думал, что это суровейший босс-зомби. Потом оказалось, что это просто зомби. В принципе, не самый легкий, но, если честно, то сливается довольно-таки быстро. Есть ящик, я могу прям сейчас пойти в нужное место. Блин, плеватель. Вот, мы от него убежали. Крикуны. Довольно неопасные зомби, но есть у них такая особенность. Если ты попадешь под вот этот вот рейк, неприятно оглушается персонаж. Я вам скажу, что совсем неприятно и после этого тоже. Так, забираем кучу-кучу наших пропусков. Давайте посмотрим, есть ли у нас пробудитель. Если же нет, обязательно сейчас мы просмотрим кадр. Я думаю, что всем и каждому это интересно. Как минимум мне это было... Ай-яй-яй-яй-яй, я попался. Подпался под уловку. Так, вроде бы не оглушился, но вроде бы не сильно, да? Плачевич и Дробовичок. 9. Да не-не-не, пацаны, вообще, ребята. Я, конечно, с вами хочу погулять, там, побарагозить, но нет. Вроде бы пробудителя нет. Пробудитель попадается напротив босса. Я так понимаю, когда ты прошел босса, вот именно на этом месте попадается у нас пробудитель. Как только ты прошел босса и, может быть, перезагрузил или еще что-то сделал, тут проявляется пробудитель. Каким образом и когда, непонятно. Но, тем не менее, прямо на стриме это все случилось. И я вам скажу, что это довольно-таки прикольно было наблюдать. Когда-то, когда первый раз лабораторию проходил, он тут был. И это было круто.
Это было мега круто. То есть 50 карточек я своих получил. Я пошел дальше, ну а мы сейчас насладимся этим кадром. Это же пробудитель, как давно его не видел. Ребят, каждый из вас может увидеть вот такого пробудителя. Здесь вы не можете ничего делать, потому что всех зомби, которых вы сливаете, пробудитель просто восстанавливает. И это реально правда. Смотрите, они просто... О, привет! О, я тут, я опять убиваешь, и ничего не случается. На! То есть пока ты не пробудителя не сольешь, вообще ничего не будет, будут воскрешаться до бесконечности. Это, конечно, не круто. Но, с другой стороны, это довольно-таки забавно. Кстати, они меня бьют и сами умирают, потому что на мне активное усиление шипы. Пробудите. Ну, давайте попробуем, чтобы они сами себя слили. Бля, смотрите, по 32 урона. Сами упали. Бэйн, бэйн. Вот, как только пробудитель убил, все, чики-бомбо не стало. Очень. Ну что, ребят, мы вверху. Надеюсь, вам понравился пробудитель. Вы сами понимаете, что этот кокон, если к нему подобраться с большим количеством зомби, то он их просто воскрешает. Ну, если шипы есть, то очень круто. И, кстати, и водичка, и еда тут всегда есть после по КД, после отката бункера. Я открою, конечно, за А карточки. Но сразу же отправлюсь в Бэшеньку. Я так понимаю, что вам минимально все это интересно, поэтому... Смотрим, что у нас тут есть. У нас есть еще дополнительные, то есть мне на хард режим как раз будут нужны. Ну, как говорится, все, что нужно у нас есть. А сейчас мы отправляемся, естественно, где-то в недры тундры. Обязательно мы сейчас собираем вот эти биореакторы и все такое. Надеюсь, что подобные видосы, как минимум, заслужат на лайкосы. Подобные видосы, ну, как минимум, также комментарии заслужат. Но не забывайте, что во время стримов у меня розыгрыши прокачки аккаунтов. Если вы хотите, чтобы ваш аккаунт попал в прокачку, вы обязательно, ребят, не забудьте просмотреть такой ролик и написать комментарий, поставить лайк. Ну и обязательно, ребят, все, кто хочет выиграть прокачку, должен быть подписан на канал. Всем, ребят, удачи, всем пока. Мы увидимся в следующих видео. Я думаю, что в скором будущем выпустится и еще один топовый ролик.